Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами мастер-класс Татьяна Щепкина. Я хотела сказать два слова насчет бантиков и сарганзы. Я делаю их периодически, но, честно говоря, я покупаю на Алиэкспресс, это кажется быстрее. А сейчас мне нужен был один бантик, у меня очень много органзы, ну так это вот я здесь несколько моточков положила, и практически я ее редко куда употребляю, а сейчас вот заигралась и сделала несколько разных бантиков, и решила вам это все, потому что я делаю для себя, и как всегда, вот казалось, насколько просто, бери и делай бантик, например, я их делала и всегда делаю, но когда я вот сейчас взяла и сделала несколько, будет у меня больше времени, я еще их сделаю немножко больше. И вот когда у меня есть коллекции, да, вот сейчас, да, действительно вообще без проблем. Я, если мне нужно куда-то приложить какому-то изделию, допустим, бантик, я взяла, приложила, посмотрела, нравится ли размер, нравится ли цвет, то есть как бы, да. И вот теперь, как обычно, у меня всех украшений коллекции, у меня всего коллекции. Вот я сейчас делаю тоже одну вещь, и для нее тут уже рядом. Я уже отошла от того, что я делаю, и быстренько, думаю, с бантиками расскажу. Вот у меня все в коллекциях, мне легко. Я беру потом какую-то штучку, которая мне нужна, вот, из готового, и там как быстрее дело идет, и получается красивее, чем ты смотришь, например, на одно платье или на одну сумочку и думаешь, ой, ну что ж теперь, ага, ну давай я возьму. А вот когда много бантиков, тогда ты взял любой, этот большой, этот маленький. Ну я сейчас сделала, допустим, только с 1,5-метровых. Ну вот несколько сделала из этих, 0,5, по-моему, вот несколько сделала. Вот, нужно время. Вот, почему это я рассказываю об этом, потому что я считаю, что вы вот посмотрите на это, и у вас возникнет такая же идея наделать этих бантиков и иметь их для того, чтобы оформить ваши куклы и игрушки, как это сделал я, потому что они у меня, эта органза лежит уже много лет, и я периодически возьму что-то оттуда, а вот это положу сейчас эти бантики, и будет, конечно, мне намного проще как бы выбирать украшения. Если вам эта идея моя понравилась, я буду очень рада. Это просто 2 минуты я выделила на свое мнение.